синхронизируешься с тонкой копией. Делаешь глубокий вдох, глубокий выдох и синхронизируешься с ней. Один. Пошла синхронизация. Два. Привет. Скажи мне, ты к чистке готова? Даешь свое согласие? Да, дала согласие. Хорошо. Почему ты в таком состоянии? Что с тобой случилось? Нет радости. Ты в депрессии? Нет желания никакого. Угу. А что тебя так? Энергии не хватает. Энергии нету. Для того, чтобы... Она обесточена. Обесточена. Чтобы жить и радоваться жизни. Угу. Чувствуешь себя слабой. Есть ощущение упадка сил. Угу. Понятно. Эмоциональные качели. А как ты думаешь, почему это происходит? Ты не догадываешься? Есть какие-то предположения у тебя? Нет, предположений никаких нет. Угу. Все как всегда, как все. Небольшие мысли в голове присутствуют. Негативные. Я их стараюсь убирать, борюсь с ними, как могу, но они всегда меня преследуют. Такое ощущение, что кто-то рядом есть со мною, он мешает мне жить так, как я хочу, останавливает меня. Не дает идти вперед. Угу. Что-то меня сдерживает. Но я не знаю, что это. Понятно. Не понимаю. Угу. Ну, мы сейчас тебя посмотрим на наличие как раз вот этих вот лиц, которые тебя сдерживают, которые тебе дают негативную информацию, забирают у тебя энергию. Сейчас мы посмотрим, тебя почистим. А потом после сеанса мы с тобой еще раз пообщаемся, хорошо? Хорошо. Ты можешь встать, чтобы ты не лежа, потому что лежа нам неудобно тебя смотреть. Попробую. Давай, ты нам все усилия приложу, чтобы давай. Подняться. Давай, ты должна стоя с нами поработать, отработать пару часов. Хорошо. Хорошо. Угу. Благодарю тебя. Спасибо. И слушай наши команды и выполняй их. Договорились? Хорошо. Угу. Благодарю тебя. Спасибо. Светик, рассинхронизируйся, пожалуйста, с тонкой копией. Глубокий вдох, глубокий выдох. Возвращаешься ко мне. Один, два, три. Есть. Отлично. Хорошо. Выяснили все. У нее внутри какое-то противоборство между тем, что она чувствует и как она живет. Да, у нее... Не совпадение, какое-то раздвоение идет. Хорошо. Несоответствие какое-то идет. Угу, угу. Баланса нету, нет гармонии. Угу. Сейчас выясним все причины. Хорошо, девчонки. Тонкая копия встала? Да. Да. Угу. Давайте поставим ее ровненько, зафиксируем. И пошел на нее поток абсолюта. Мощный белый поток. Один, два, три. Полностью ее омывает. Начинает смывать с нее все это дерьмо, которое на ней накопилось. Активирую кольцо силы. Из кольца пошел напор. Прям не поток, а напор на нее. Сверху. Да, есть. Да. Выдавливающий поток, проявляющий поток. Проявляется вся интерференция в ее поле. И даю команду. И настраивайтесь на биополе. Все подключки, все чипы, любые маркеры, маячки земного и неземного происхождения. Все сущности нижних и верхних космических миров. Сущности темных цивилизаций. Все импланты любого назначения, видимые и невидимые. Само биополе. И даю команду, проявляется, проецируется энергетика представителей нижних подземных миров, нижнего так называемого подземного царства. Все представители, если таковые интерферируют, выходят. Один, два, три. Все горят ярко-красными маячками. Смотрим, девочки.
Мне так ужасно, как-то так, такая картинка, как будто из первой чакры рука какая-то выглядывает. Угу. Рука. А я не могу. А я не могу понять, что это такое, что это такое. Смотрю, не могу разобраться. Да, давайте. Ну, прям ладонь правая. Ага, давайте поздороваемся с этой рукой. И на руку электрический импульс. 1, 2, 3. Ощутимый импульс. Кулак. 2. 3 импульс. И фигу тебе показывает. Отлично. Хорошо. Фигат, ты от меня защищаешься, да, хорошо. Импульс на эту сущность. 1, 2, 3, мощный. 1 импульс. 2 импульс пошел. 3 импульс пошел. Это пока предупреждающий импульс. Выходи, владелец этой руки. Не буди во мне тигра. Демоническая сущность. Выходи. Да. Выходи. Демон вышел. Выходи, дорогой. Время очень для тебя. Высоко, Герцовый. Отлично. Время для тебя остановилось. Время для тебя остановилось. Свете, глубокий вдох, глубокий выдох. И оставляешь меня с ним. 1, 2, 3. Здорово. Здорово. Как дела? Отлично. Что ты тут? Было до сегодняшнего момента. Что ты тут, эти самые фиги, кулаки? Я же с тобой по-хорошему пришел пообщаться. Ты мне это давай. Это моя добыча. Я понял. Была. Так. А ты на нее позарился. Ну, что делать? Видишь, высшие привели ее к нам. А раз привели, то будем бороться и рубиться до конца. Я думаю, давно уже с ней. Да, рассказываю, как давно. С прошлых воплощений? Да, с прошлых пришел. На что зашел, рассказывай, кем она была тогда? Она ведьма была, а это ее друг. Контракт. Мы друзья, контракт. Мы на контракте с ней. Мы давно уже здорово. С ней дружим. Она понятно. Меня использовала в своих колдовских чарах. Корыстных целях, да? Я помогал ей. Понятно. Ну, тогда вопросов нет, да. Тогда вопросов нет. Это добровольная воля ее была. Да. А в каком воплощении? В прошлом или в позапрошлом? В каком? Не помнишь? Позапрошлом. Змеиный клубок показывает. Понятно, тут целый зоопарк будет. Это очевидно. Понятно. А скажи мне, в прошлом воплощении кем она была? Тоже магичила. Магичила, да? Да. Я-то был рядом. Ну, понятное дело, ты всегда был рядом с ней. Мы с ней много чего делали интересного. Натворили, да, дело вы вдвоем? Ну, почему натворили? Работали, ладно. У нас была работа такая. Скажу по-другому. Понятно. Ну, в основном уже темными делами, да, занимались, я так понимаю. Раз ты здесь. Естественно. Не белыми точно. Ну да. Понятно. Ну а что ж ты ее обесточил? Что она сейчас никакая, по сути. Не хочет делать, что я ей велю. Начинает брыкаться. Сопротивляется. А мне нужно кушать. Сопротивляется. Я не могу голодать. Понятно, ну да. Раз попалась на крючок, нужно работать. Ну да, да, просто так от тебя не отделаешься уже. Можно отделаться, но это нужно постараться. Ну да. И потрудиться, у нее нет таких сил. Она обесточена.
Ну, ты же ее обесточил, да? Ну, я, конечно. Mm-hmm. Помимо меня еще там есть друзья, товарищи. Mm-hmm. Ну, сейчас мы посмотрим на тех друзей, товарищи. Я внизу работаю. Mm-hmm. Твои три чакры, да, нижних? Полностью? Да, мои три. Ясненько. Ну, смотри, тут какая ситуация. Ты уже подозреваешь, да? Да знаю, я не можешь не утруждаться, знаю. Не буду тебе это все заберу сейчас. Заберу все свое. Дай, пожалуйста. И встану ровненько. Да, дай команду своим пацанам, пусть наведут порядок, выйдут полностью. Стрелять точно не буду. Ну, лучше не надо. Не факт. Да, лучше. Я понимаю, что он лукавит сейчас. Но смотри. Все произойдет в автоматическом режиме за доли секунды до того, как ты что-то сделаешь. Ты будешь полностью уничтожен, разложен на атомы. Даю команду. Я знаю, кому я даю команду, не буду тебе говорить. Будет резкий импульс, который превратит тебя, разложит тебя на атомы. Ты знаешь, как мы это делаем. Поэтому надо мне объяснять, все знаю. Мой выстрел опередит тебя в любом случае, как бы ты ни хотел. Знаю, не хочу я погибать. Не нужно, поэтому... У меня еще много дел. Лучше не дергаться, ты понимаешь, о чем я говорю. Понял. Благодарю тебя. Дай, пожалуйста, команду своим ребятам. Наводим идеальный порядок, собираем манатки и ждем отправку домой. Хорошо? Хорошо. Благодарю тебя. Спасибо. У него стрелы из глаз идут. Стрелы из глаз идут? Да. Угу. Под поток. Землю идут. Он еще пробивает, портал пробивает, стрелы из глаз прям вниз пошли. Понятно. Под ее ногами. Понятно. Он уйти под хочет. Под ее ногами? Да. Да, он хочет уйти. Уйти хочет. Работают два потока. Растворяют эту всю жижу. Мощные энергетические потоки работают, затягивают портал, растворяют, закрывают одновременно, перекодируются, частоты пространства, координаты портала, растворяется дорога назад, забытая. Пятерную плазменную пентаграмму сюда, в это место. 1, 2, 3. Запечатано. Есть. Есть. Демона под поток любви мощнейший. 1, 2, 3. Одень ему очки на глаза. Одевай очки на него. Закрывай ему лицо полностью. 1, 2, 3. Пошли потоки. Я поток он сзади ей тоже хочет открыть портал. Он поток, прям крутится. Место ищет. Поток с абсолюта на него, на демона. И полностью его парализуем. 1, 2, 3. Пошли потоки на него. Вот, он очень сильный. Да, парализуем полностью его. Его угу. Волю, силу и все его действия полностью. Ты знаешь... Он внутри смеется, говорит, меня парализовать. Что-то ха-ха-ха. Ну, хорошо, угу. Хорошо. Я ж тебя предупредил. Если ты хочешь, надо более сильно. Если ты хочешь со мной поиграть... Может, энергетическую сетку на него накинем еще дополнительно. Плазменную сетку на него. Да, тройную. 1, 2, 3. В сетку. Вот. Знаете, что показывали? Вот, да. Да. Он очерчивал вокруг нее круг, чтобы провалить это пространство вниз. Понятно. Вырезать mm-hmm. это пространство и туда ее забрать. Mm-hmm. Вместе с ней. Да. Mm-hmm. Им надо прям закрыть глаза, чтобы вот, ну, вообще... Его какую-то надо его погрузить. Энергетический шлем на него. 1, 2, 3. Вот, mm-hmm. вот, давай. Шлем. Да, вот. Он ничего не видит. Вот, световой, Дим, световой. Световой, 1, 2, 3. Есть. Прям, чтобы он сверкал, сиял, слепил mm-hmm. его. Раз так, раз так захотел. Все, он ослеплен, да. Mm-hmm. Раз так ты захотел, значит так. Я тебя предупреждал. Но опять фиг тебе показывать вот прям двумя руками вот этими. Отлично, хорошо. В энергетический кокон его, непробиваемый, 1, 2, 3, световой. И увеличиваю поток любви в 1000 раз на него, 1, 2, 3. Пошел поток, стоит под потоком любви. Да, есть. Все, он полностью обезоружен. Нижников всех
кто присутствует. Ну, затормозился, да, один. Нижняков всех предупреждаю. Все, кто не вышел и не будет слушать наши команды, будет уничтожены. Предупреждаю сразу вас. Всех. Поэтому слушайте наши команды. Выходите все, собирайте манатки, наводите порядок. Змеи выходят. Змеи у меня тоже, да. Всех складываем. Они всех, прям все штабелями много. Складываемся в поддон. Один большой поддон. 1, 2, 3. Все туда. Угу, поштучно, чтобы всех мы видели. Для всех кишит, время. Кишит, да? Да, кишит. Время для всех остановилось. Все складываются. Все становятся ровненько. Какие-то маленькие, большие, всяких размеров. Черти есть какие-то? Масса. А там масса. Все, знаешь, до кучи, там масса. Понятно, там зоопарк. Там так, какая-то масса полная, масса. Неприятная. Они как будто, знаете, они даже вот как под ней что-то, вот под ней. Угу. Не на ней, а вот... Жижа, да. Которая под ней, она высветилась у нас? Да. Что там под ногами, смотрим? Ну вот они как будто вот под ней, вот какая-то отделяет какая-то вот чуть-чуть тоненькая преграда, а там внутри... Приподнимаем тонкую копию, 1, 2, 3. Ее надо на другой уровень перевести, как бы вот шаг должна сделать куда-то назад или в сторону. Нет, пусть она... Уйти с этого места. Хорошо, давай ее тогда в стороночку. Угу. Ставим в сторону, на 3 метра куда-то, влево, вправо, где чистота, чтобы мы все это видели, 1, 2, 3. Влево ушла. Хорошо. Угу. Хорошо. И в это место постоянно идет высвечивающий поток. Угу. Нисходящий поток абсолюта и восходящий поток с кристалла Земли. Не перестают эти потоки. Постоянно все, что туда падает, все трансформируется в энергию любви и благодарности. 1, 2, 3. Идет постоянная трансформация. Идет. На тонкую, зачистка. На тонкую копию. Да, на тонкую зачистка. Копию то же самое. Увеличиваем все потоки, вычищающие, очищающие, нейтрализующие полностью. Вымываем ее как сосуд изнутри. 1, 2, 3. Постоянно стоит под потоками. Да, пошли потоки. Отлично. Хорошо. На демона увеличиваем поток любви. Еще в 100 раз. Есть. Пусть полюбит себя хотя бы. Нас не нужно, а себя пусть полюбит. Далее проецируются все чипы, датчики, импланты, конвекторы, скачивание эмоциональной энергии. Всеми представителями темных космических цивилизаций начинают мигать. 1, 2, 3. Я так думаю, что инопланетян там... Большая птица, огромные крылья. Там еще космический демон, Дим. Он ей закрыл сверху все. Он над ней просто парит. Он прям, знаешь... как коршун смотрит вниз, наблюдает. Понятно. И знаешь, что говорит? Брат мой. Это два брата-акробата. Понял, он сейчас будет ему помогать на демона. Ушел вправо, обошел поток. Отлично, хорошо. Заходит с другой стороны. По кругу на 360. Один импульс, второй, третий. Закрывается крыльями, Дим. Хорошо, отлично. Предупреждаю. Он, знаешь, отбрасывает вот его в него, а он как будто отшвыривает. Понятно. Вот это все. Идет постоянный поток. Говорит, я выклюю ей мозг. Понятно. Давай с ним. Его отфиксировали. Время для него остановилось. Светик, глубокий вдох, пусть глубокий выдох. Пусть Натусик, Дима, давай, Наташа. Натусик, давай с ним пообщаемся. Глубокий вдох, глубокий выдох. И оставляешь меня с ним. 1, 2, 3. Демон, привет. Ты меня учить вздумал? Нет, я тебя учить не буду. Я предлагаю тебе... Как жить и что делать? Смотри, давай не перебивай. Ты такой умный. Не перебивай старших, раз. Значит, смотри, я тебе... Старший, ха-ха-ха. Да, значит, можешь смеяться, можешь там хоть усраться. Значит, смотри... Я тебе предлагаю по-хорошему уйти, собрать свою всю интерференцию, всех своих товарищей и отсюда удалиться. Если не удалишься, увидишь, что с тобой произойдет. Услышал меня? Он матом говорит, а с чего я должен удаляться? Вот. Человек проявил свою добрую волю встать на светлую сторону, поэтому ты с брательником отсюда удаляетесь.
Такое принято решение. Добрая воля, которая идет от матери. Это разве добрая воля? Ну, мама... Если бы не мать, она бы не пришла к вам. Ну, так ей с нами спасибо. Было хорошо. Ну, отлично, замечательно. Поэтому скажите спасибо маме, что она избавилась от этого всего. И своего ребенка тоже будет за него бороться до конца. Поэтому мама ее к нам привела. У тонкой копии тоже есть желание от этого дерьма вашего всего освободиться. Будем рубиться до конца, сразу предупреждаю. Вы будете уничтожены, разложены на атомы, сразу вас предупреждаю. Если хотите войну, то сейчас мы вам ее устроим. Но я вам предлагаю по-хорошему собрать манатки и уйти. Дать вам шанс спастись. Какое решение принимаете? Он ее хочет унести вверх. Понятно. Он кружит над ней и ищет площадку, чтобы вот схватить им. Понятно. Я прям четко это сейчас показываю. Он тебя даже не слушает. Решение такое. Понял. Натусик, рассинхронизируешься с ним. 1, 2, 3. Это машина. Просто машина какая-то. Ясно. Махина. Машина. Хорошо. Махина. Махина. Махиндра. Угу. Ладно. Концентрируем энергию. Создаем. Чтоб он не ушел. Да. Он сейчас уйдет. Понял. Он хочет уйти. Создаем купол над ним. 1, 2, 3. Он под куполом. Никуда ты не уйдешь, дорогой, теперь от нас. Он понял, что и хотел уйти. Тем, да. Ловушка. Для тебя ловушка. Накидываем на него... В этих сетки, Дим. Да. Сжимаем. Сжимаем все эти сети. Да. Сжимаем эту сетку, да. Сжимаем его полностью. Все. Крылья ему сложи. Все. Отрезаем ему крылья импульсом. 1, 2, 3. Первое крыло отрезано. Второе крыло отрезано. Отрезаем ему ноги. 1, 2, 3. Тихо, стоп. Тихо, стоп, Дима. Хватит. А его прижать надо, как спрессовать. Все, вот он прижатый. Прессуем. Прессуем его до конца. Да, да. Прессуем. Сетка все, сжата. Все, да. Сжата. Все, как Дима, вакуумная, он уже сжат. Вакуумная упаковка. Да, он уже спрессован и сжат. Все. Да. Его затянули куда-то вот в эту сетку. Прям как в воздух выкачали. Вакуум какой-то. Вот угу. Да, да, да. Он стал маленьким. Отфиксировали да. его. Отфиксировали его. Все. Все, он в ловушке. Есть. Угу. Как там его брат нижний себя чувствует? Ну, так же в ловушке. Смотрит. Нижний смотрит. Брат. Нижний брат. Светик, а ну-ка, глубокий вдох, глубокий выдох. И оставь меня с ним. 1, 2, 3. Слышишь меня? Слышу. Что ж вы так-то воюете прям по полу? А мы по-другому не воюем. Мы предлагаем мир всегда только один раз. И если сущность не слышит наших слов, происходит вот такая вот история. И можете передать всем своим, нижним, верхним, средним, каким угодно. Мы предлагаем мир только один раз. Так мы еще и даже не успели ничего сделать, а вы не успеете никогда сделать. Мы будем всегда на шаг впереди вас. И если начинаете лукавить, включать свои сущности, вот эти вот ваши мансы, получается вот такая вот петрушка. Тонкая копия переворачивается вниз головой, Дим. Переворачивается. Переворачиваем. Угу. Снова переворачиваем на ноги, ставим ее 1, 2, 3, угу. Фиксируем. Светик, она головой в землю хочет уходить, как ракета нет, какая-то, нет, как нет, стрела нет, какая-то. Она хочет стать стрелой. Ее хотят сделать стрелой, которая разрежет какое-то пространство внизу и идет туда. Да. Так. Надо что-то придумать. Тонкую копию в энергетический кокон, который не дает никуда и шевелиться ни влево, ни вправо. 1, 2, 3. Положи ее горизонтально, Дим, срочно. Хорошо, кладем горизонтально ее. И под нее полностью заливаем ее пол, не даем никуда вообще ей шевелиться. Фиксируем ее на месте. 1, 2, 3. Светик, глубокий вдох, глубокий выдох, возвращаешься ко мне. 1, 2, 3. Есть.
Хорошо. Вот в таком состоянии она не зайдет туда. Хорошо. Поэтому она и лежала так. Хорошо. Запрещаю всем интерферентам воздействовать на тонкую копию. Запрет полностью. 1, 2, 3. Смотрим дальше на тонкую копию. Тонкая копия под потоки любви. Под потоки абсолютно. Вот теперь ее можно поставить. Да. Ставим тонкую копию. Она 1, 2, 3. В покрыне в каком-то стоит. Угу. Да, все. Угу. Стоит под потоки. Она по рукам, по ногам связана. Надо размотать ее. Она как мумия. Угу. Замотана. Нити. Все видимое и невидимое. Она без сознания сейчас, Дим. Без сознания? Угу, да. Да. Понятно. Идет бессознательное состояние. Бессознательное состояние, да. Хорошо. Вызываю скорую помощь со стороны госпиталя. 1, 2, 3. Хранитель, дайте нам медбратьев наших. Да, пришли. Угу. Угу. Потеряла сознание, да. Да, понятно. Они там с ней работают. Все, пусть они поработают. Благодарим, хранитель, за помощь. Есть. С тонкой копией смываем все, что видимое и невидимое, все, что ей мешает двигаться. Цепи, нити, паутины. Все смывается с нее. 1, 2, 3. Они ее в зеленый раствор положили. Прям я вижу, как ванночка, как колбочка какая-то. Она прям там в этом растворе. Да, да, да. Хорошо. Они вокруг нее там суетятся, что-то там делают. Хорошо. Как реанимация, Дим, идет. Я понимаю, да. Да. Смотрим, мы сейчас сможем видеть по интерференции или будем ждать, пока они будут ее реанимировать сейчас? Нет, пока она занята, она прям там, в этом, в каком-то зеленом пространстве. Все, то есть мы даже, мы даже ничего не увидим. Да, понимаю, что наша чистка будет в два приема, чувствую. Да, вот это. А по-другому говорят никак. Вот это захват. Да, по-другому никак. Два брата, да, нижний и верхний. Вот это они ее разрывали ее. Вот это контракт. Этот снизу контролил, а этот сверху. Вот это контракт, конечно. Они ее зажали, она как в тисках была. Они ничего к ней не подпускали вообще практически. Там пробить это бесполезно. Такое ощущение идет сейчас информация, что там больше и нет ничего, кроме того, как они вдвоем работают. Меня я тоже вижу, что там уже некому сидеть, понимаете. Никого не отпускали к ней вообще. А вот этот крыльями все отсекал вообще, это вот их территория была, это их пространство. Это вообще было, конечно. Два демона, вот это, конечно. Более низкогерцовый и высокогерцовый демон второй. Ну, тот верхний тоже непростой, товарищ. Нет, непростой. Нет. Да, да, вот верхний и высокогерцовый как раз-таки. Да, он помощнее, чем брат его нижний. Он опаснее даже прям идет. Да. Он даже твои вот импульсы ты в него кидал, демон их отражал. Отражал. Да. Да, у него сила большая очень. Сильная. Силушка богатырская, да? Ну ладно. Он как прям идет в информацию, напичкан чем-то. Напичкан. Что-то он внутри очень какой-то усовершенствованный. Захватчик у меня идет. Как машина какая-то. Да. А ну-ка просканируйте, пожалуйста. Анатосик, просканируй пространство вокруг нас сверху. Оно темное, оно такое, знаешь, оно как туман такой стоит, висит. Понятно. В воздухе. Понятно. Такой, вот, знаешь. Зажигаем солнце в этом пространстве. Смотрим, сканируем тонкую копию. Ставим снова ее под поток абсолюта. Под зеленый поток ее. 1, 2, 3. Реанимируем полностью. Угу, есть. Волна пошла. Наполняем, очищаем. Все, что у нее были связаны на руки. Какая там ситуация? Посмотрите. Освобождены руки. Освобождены. Все. Она уже стоит, да. Уже вот без кокона. Отлично. Смотрим. Спокойно стоит. Сканирующий луч. И проявляется, если таковая есть еще какая-либо интерференция, проявляется в виде ярко-красных маячков на тонкой копии. 1, 2, 3. Смотрим.
Что-то как еще венок осталось? На голове, венок. Да, венок. На голове у нее что-то есть, да. Венок, угу. На какой-то... У меня, знаешь, что идет? Венок безбрачия. Да, да, у меня такая же информация. Угу. Хорошо. Это магическое. Магическое, да, хорошо. Это они положили, это окольцевали ее. Это своими они ее окольцевали, да, да. Она их жена, вот так как-то идет. Угу. Это их жена. По сути, да, по сути, да. Mm-hmm. Ну, давайте спроецируем, сравним. Это магическое, не магическое. Проецируем энергетику магических воздействий, ударов ритуального характера по биополю. Притягивается сразу ответственный исполнитель или заказчик? Они. Они, они это же. Все они. Верхний. Ясно. Это его гаджет. Это да. В это прошлых жизней был сделан ритуал. Ритуал? Да, да. Да. Понятно. Да, это венчание. Прошлых... Венчание да, это... называется. Да, Дима. С прошлых жизней. Это венчание. Угу. Хорошо. Хорошо. Давайте тогда образуется золотая сфера. Шар. Есть? Есть, есть. Да. И пусть тонкая копия загоняет в эту сферу все негативно воздействующие установки, негативные программы. И вот это вот магическое воздействие, давайте попробуем поместить его в этот энергетический шар. Его надо снять. Тонкая копия снять. В состоянии снять этот? Нет. Не может снять. Она руки, у нее руки даже не поднимаются. Хорошо, Натусик, доп. Ручками сможешь его снять? Знаешь, пошел против часовой стрелки импульс, да. Поэтому венку он прям как за... Ну, как вспыхнул, что ли, понятно, вот да. Так вот. Да. Сейчас, подожди, сейчас он его. Сейчас. Вы, конечно, должны были сами это сделать. Ну да, он его тоже не снимает, он его как бы обезоружил. Трансформирует его, да? Он как бы снимает это воздействие, и теперь это становится какой-то обычной вещью. Обычным венком. Да, он не имеет силы той, которая... Не имеет силы. Понятно, понятно. Угу. Его можно снять. Хорошо, благодарю. А можем его трогать. Вот давай, Натусик, да. Его... Вот Натусик, берешь, могу... берешь доп. Ручками и крутишь его против часовой стрелки. Я уже стрелки. Кручу, да. Он, знаешь, как вот шлюз открывается. Понятно, да, он навинчен. Да. На голову. Да. Я его как рулю, вот прям, как штурвал какой-то, вот раскручиваю. Раскручиваю. Правой рукой. Давай. Ну, как шайба, как, да, как да. Гайка. Ну, этот венок, это, при помощи этого венка мысли у нее в голове. Ну, конечно, естественно, конечно. Вот это все передавались, их. Да. Их гаджет. Их да, гаджет. Дим, вот, я сняла его. Сняла? Да, что с ним делать? В шар ага. Его. В энергетический шар. Клади в сферу. Ага. Клади в сферу. У меня, знаешь, какой-то мешок, пакет какой-то. Давай, ну, как мешок, пакет. Да, складывай. Запаивай. И отдаю в эту сферу. Сначала его надо, да, закрыть. Давай. А на голову ей поток. Вот на эту рану. На голову пошел поток с абсолюта. Да. Зеленого цвета. 1, 2, 3. Необходимых ей цветов. Пусть тонкая копия сама выберет. Да, настоящими зелеными потоками. Да, под потоками. Заживление. Вот так. Заживление, да. Есть, сложила в сферу. А эту надо растворить, да? Да, в сфере. Все в сфере. Запаяла в какой-то пакет. Все в сферу. И вся информация, которая была связана с этим обрядом, вся концентрируется в этой сфере. Да, есть. Вся информация. Вся информация абсолютно. И теперь направляем в эту сферу мощнейший божественный нисходящий поток. Абсолютно одновременно восходящий поток с кристалла Земли. 1, 2, 3. Пошли потоки. Есть потоки. Тем самым полностью трансформируем это в энергию любви. Да, есть. В энергию благодарности. Угу. Очищаем все абсолютно. Угу. И полностью трансформируем эту энергию. Угу. Да, есть, Дим. Есть. Трансформация произошла, да. Она бы как корона превратилась в корону. В корону. Да. Угу. Я прям корону вижу. Она... Вот теперь ее надо достать и одеть ей на голову, как корону. Угу. Хорошо. Чтобы теперь владела сама своими мыслями. Сама собой владела теперь. Да. Принадлежала сама себе. Да. Пусть тонкая копия забирает эту корону. Давайте ее коронуем по-нашему.
Да, она в принцессу сейчас превращается. По-светлому. Пусть она будет светлой принцессой, королевой. Кем угодно, но только да, она даже осветляется вот как-то. Вот. Отлично. У меня идет слова «магия взгляда» у нее проявится. Отлично. Есть. Корона на голове, да. Есть. Все, короновали. Принцесса. Она супер, принцесса. Супер, да. Супер, супер, молодцы. Супер. Хорошо. Улыбается. Ну, слава богу. Уже. И легче, прям легче становится. Хорошо. Да, она прям оживает. Она mm-hmm. прям mm-hmm. это... Mm-hmm. А какая-то супер. Нежная становится прям такая. Супер, супер. У нее даже это, высветляется одежда. Вот она была вся в темном. Да, да. А сейчас высветляется. И это белое, я вообще в белом вижу. Накидка вот эта у нее белая. Она вот в других одеждах уже стоит. Она вот так ручки, ладошки вверх подняла, подставила. И так наверх голову задрала, смотрит и улыбается на небо. Угу. И ладошками ловит, как эти снежинки. Да, 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 совершенно верно. Такая сказочная картина, Дим, вообще. Класс. Красиво. Как снегурочка стоит. Да, как снегурочка под этим, когда вот снег такой красивый вот бывает. И корона на голове, представляешь, Дим, картину? Класс. Красиво, да, смотреть прям на это все. Куколка прям, куколка. Ну, давай, давайте с тонкой копией свете глубокий выдох, пока она под потоками стоит, пообщаемся. Глубокий вдох, глубокий выдох. А если чакры появятся, я их почищу. Как да, раз. Да, да, да. Наполню. А ты, Тосик, а ты продолжай. Да, посчитать, Дим, что давай, да. Синхронизируйся с ней. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Есть. Ты слышишь меня? Да, как слышу. Как ты себя чувствуешь сейчас? По-другому. По-другому, правда? Не могу еще привыкнуть. Но это новая энергия. Очень у много тебя. Внутри счастья и радости. Класс. Мне это... Еще незнакомо такое чувство, хочется летать. Здорово, здорово. Еще не могу. Ну, привыкнешь. Прям внутри душа поет. Хочется радоваться, смеяться, веселиться, танцевать, петь. Класс. Проявляться, постоянно проявляться. Класс. Показать класс. Всем. Всему миру, что я есть, выкрикнуть это в небо, что я сила, что я все могу и всегда это знала, да. Только забыла об этом. Забыла, забыла. Ты так и делала. Что я сильная, мощная, могучая, и я строю сама свою жизнь, да. Создаю свое. Пространство радости, любви, доброты. Очень интересное ощущение. Здорово. Я вам благодарна. И мы тебе благодарны. Поблагодари маму свою. Да. Да, которая... Люблю свою мамочку. Береги ее. Очень ее люблю. Да. Здорово. Мы с ней как одно целое. Я вижу, что мы с ней одно большое целое, энергетический сгусток. Да. Да. Берегите друг друга. Всегда рядом. Мы наполняем друг друга. Мы благодарим вас. Да, и мы вас благодарим за то, что пришли. А ты проявляй себя. Показывай себя миру. Да, помогать. У меня все будет хорошо. Все у тебя будет хорошо, не переживай. У меня будет все, абсолютно все. Теперь у тебя другая жизнь. Что только я пожелаю сама. Да. И в свое время все появится. Точно. И семья, и дети. Точно. Я буду очень счастлива. Однозначно. Вот увидите, я это знаю.
Мы уверены тоже. Все будет хорошо. Да, я это знаю. Мы тебя... И мамочка моя спокойно будет. Да, да. Глядя на мое счастье. Точно. Благодарю вас. Благодарим тебя. Будь счастлива. И тебя поздравляем сегодня с днем рождения. Сегодня ты родилась заново. Благодарю. Благодарим тебя. Спасибо. К Высшему Я. Нам надо задать еще вопросы. Высшему Я. Высшее Я через свет. Слышите? Я отвечаю. Я здесь. Да. Я наблюдал. Да. За всей вашей работой. Работа сделана на высоком уровне. Прекрасно все сделали. Молодцы. Отвечать на вопросы я не буду. Да и так все понятно. Тут и так понятно. Все ясно. Никаких все ответов. Понятно. Тут, да, тут все такие не вопросы. Не нужно составлять программы. Да. Она сама знает. И она сама знает, что и когда сделать. Все, все уже понятно. Все да, уже решено. Да, да. И она это сказала сама. Да. Так и есть. Благодарим вас за то, что довели вместе с мамой довели до нас этого человека. Поздравляем вас с рождением. С днем день рождения сегодня у нее. Благодарим вас. Благодарим все высшие силы, которые нам помогали. Спасибо. Мы вас благодарим. Благодарим. Нет, и с этим праздником. Да. С этой радостью для нас. Для нас это большая радость. Для нее и для нас это очень большая радость. Мы радуемся. Да. Вместе с ней. Благодарим. Благодарим вас. До свидания. Светите глубокий вдох, глубокий выдох. Рассинхронизируйся с вашим я. 1, 2, 3. Да, есть. Есть, хорошо. У меня прям на голове мурашки, Дим. По голове да, же бегают. У меня на пятках мурашки. Не то, что на голове. Ой, у меня на голове, прям с левой стороны. Класс, отличная работа. Молодцы. Справились. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Вероники в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому внутреннему органу, каждой извинке головного мозга, где 100% синхронизация вибрации энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Подключаем. Она так грациозно зашла и прям как в карету села, представляешь? Угу. Очень грациозно. Бы... Прям заплыла туда. Заплыла туда, да. Интересно. Класс. Угу. По-другому себя ощущает. Угу. Да. Угу. Да. Все готово, Дим. Супер. Отлично. Есть. Отключаемся от объекта. Желаем всего наилучшего. Поддерживать высокие энергии и вибрации. Обязательно соблюдать рекомендации данной тонкой копии при чистке.